Это давеча, и мы продолжаем. Авиакомпания «Иш-Авиа» возобновляет полеты из Кирова в Анапу. Об этом сообщает руководство аэропорта Победилова. Представители местной воздушной гавани рассказали об изменениях в летнем расписании. Ранее в авиакомпании «Победа» заявляли, что из Кирова организуют этим летом ежедневные рейсы в Сочи. Что касается Анапы, «Иш-Авиа» возобновляет полеты из Кирова в Анапу и обратно. Улететь в курортный город кировчане смогут в период с 9 июня по 15 сентября. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по четвергам. Вылет из Анапы в Киров утром. Из областного центра на Черноморский курорт можно будет лететь в полдень. Для полетов «Иш-Авиа» используют самолеты «Боинг-737». Время в пути составит 2 часа 55 минут. 5 минут.